Центральной универсальной научной библиотеке состоялась презентация очередной книги заслуженного работника физической культуры Альберта Скопцова. Новое издание вышло под названием «Сражающийся спорт. К 70-летию Великой Победы». Книга рассказывает об ивановских спортсменах, защищавших родину во время Второй мировой войны. Впервые книга была издана в 1995 году. Новое издание включает дополнительные очерки о спортсменах-героях. Таких людей много. Это до войны это были и футболисты, и боксеры, и легкоатлеты, лыжники, представители других видов спорта. И многие из них, именно как они сами говорили, хотя очень скромно об этом вспоминали, что особо трудные задания командование поручало вот именно физически крепким людям, которые успешно справлялись в тылу врага.